по новому уголовному делу по факту гибели пожарного в административно-производственном здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге задержали генерального директора предприятия и его заместителя. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. Тушение пожара, возникшего накануне, продолжалось более 20 часов. К ликвидации возгорания привлекли более 350 человек и 73 единицы техники. При тушении пострадали трое сотрудников МЧС, ранее сообщалось о гибели командира отделения Ильи Белецкого. По данным следствия, задержанный генеральный директор и его заместитель знали о выявлении после проверок ряда нарушений по соблюдению требований пожарной безопасности. На месте пожара работают криминалисты Главного управления криминалистики, Криминалистического центра, СК России.